Тепер Михайло Моріс хвилюється ще більше, адже це його перший вихід на сцену після багаторічної перерви. Кілька років тому він покинув заняття з вокалу через свого батька. Нездара, без слуху й голосу. Так щоразу після концерту казав тато маленькому Михайлику Морісу. Незабаром у житті хлопця не стало ні музики, ні батька. І не тому, що той помер. Тато офіційно відрікся від свого сина. Я пам'ятаю, як мама прийшла, пішла зранку, і ми не знали, де вона. Потім вона прийшла і так просто прийшла і сміється. Ми дивимося, що сталося, що таке. А вона бере і так на стіл ставить листочок. Каже, от вам, ваш батько від вас відмовився. Але навіть до того, як батько відмовився від Михайлика, нічого хорошого про нього хлопець згадати не може. А одного разу я був вдома і побачив, як тато вже просто навів руку і летіла рука мамі в голову. І я тоді підскочив до моменту, відбив руку, відштовхнув його. На нас було багато раз піднімали руку, а на маму було перший раз і останній, тому що маму обідати я не дам. Аби захистити маму, Мишко пішов на рукопашний бій, і тепер він кандидат у майстри спорту. Я пишаюся, що я виховала такого сина, який є для мене підтримкою. Він мріяв виступити перед Міладзе. Я розумію, що мрія його здійснюється. Міша, привіт. Привіт. Отець відмовився від тебе. Як ти це пережив, скажи мені? Не знаю, мене так обірвалось. Думаю, так, значить так, хорошо. Зараз я буду доказувати, що ні один чоловік в світі так не має поступати, і що я чогось вартий. От я сиджу з тобою, і я вже хочу, щоб ти був у Міладзе. А ти хочеш к Міладзе? Так, я хочу до Міладзе, дуже хочу. Тогда йди і рві ричак. Это у нас Михаил Моррис, 19 так. лет. Ты из Закарпатья, правильно? Ивано-Франкивск. Слышали, мужчины, женщины видели вас. Две из трех не смогли отказать в желании направить к вам свою, как минимум, руку. Ева, что тебя сподвигло на это? Знаете, мне напомнили одно такое мероприятие, конкурс гражданской песни. Вот знаете, вот когда человек очень так вышли, серьезно, так руки так вот, набычили, стали, и думаю, сейчас что-то вы очень серьезное поете. А потом вот так вот, раз, так человек так, он так выдохнул, вот так переключил, а ты даже перепортал, вот так это. Потом мне опять началась гражданская песня. А потом, Многогранный какой артист, да, передовой, я смотри. Вот потом поняла, что все-таки, наверное, это хорошо, что человек, видно, молодой, многогранный, и думаю, дай-ка отожму все-таки. Один из лучших вокалистов нашей страны, услышав ваш вокал, сделал движение вам навстречу. Сергей!
Это очень красивый тембр, это очень красивый голос. Мне чуть больше исполнение понравилось в куплете, чем в припеве, потому что в припеве очень много открытого звука было такого прям. Но тем не менее, все равно не помешало это наслаждаться вашим голосом. Сережа человек интеллигентный, тонкий. А Тимати, ты тоже человек тонкий и интеллигентный, но, так сказать, я... поскольку ты занимаешься боксом, матку, и я знаю твои серьезные успехи в этом направлении, так одним ударом можно сказать, это было потрясающе. Можно кратко сказать. Да. Ты хреново пел. А может быть, есть какой-то мужской репертуар? I guess that's low, I can pretend, oh-oh. And I wanna fight, put up, pretend. I guess that's low, I can pretend, oh-oh-oh. Сейчас гораздо больше раскрыт вокальный талант. Я просто пока как-то не понимаю, как вот такой вот стиль может быть применим. То есть однозначно сказать, вижу я тебя в бойс-бенде или нет, я, наверное, даже и не смогу. По условиям нашего шоу, если трое судей рвут рычаг вперед, это означает шанс. И вот ваш шанс. Константин, ваш вердикт. Я могу сказать со своей стороны, что вы реально мне очень нравитесь, правда, очень. Пели плотно, уверенно. В целом все, все хорошо, ровно, крепко и все такое прочее, но есть такое понятие, как харизма, да? Чаще всего под харизмой подразумевают определенную энергию, которая должна пробить, да, так сказать, слушателя и вызвать в нем определенный букет эмоций. Как, когда чего-то в супе не достает, даже есть там вот такой кусок мяса и все такое, а он невкусный. Значит, не хватает какой-то приправки, какой-то мелочи, какого-то ингредиента, который не позволяет даже при наличии практически всего, что нужно, создать положительное впечатление. Може, ви дасте шанс, я покажусь наступному турі краще, відкриюсь більше. Що? Додамо приправи. То... Ну, пожалуйста, Костя, пожалуйста. Немножечко не хватает вас энергии, вот этой вот обаяния какого-то, какой-то капельки, которая позволила бы нажать этот рычаг. Пока вынужден вам сказать нет. Так зупинятися не можна, впав, піднімайся, іди далі. Нічого. Навчився падати за все життя. Не можу.